Самаре отметили юбилей регионального парламента. В этом году исполняется 30 лет со дня создания Самарской губернской думы. В торжестве приняли участие заместитель полномочного представителя президента в ПФО Игорь Буренков, сенаторы, депутаты Госдумы, представители областного правительства и почетные гости из других регионов. Депутаты всех 7 созывов принимали поздравления и получали награды разного уровня. Подробнее в нашем сюжете. 30 лет на благо региона. Самарская губернская дума отмечает знаковый юбилей. За это время было принято почти 3700 региональных законов. Около 300 проектов было направлено в Госдуму, 36 из которых стали федеральными законами. Депутаты ежедневно ведут диалог с гражданским обществом, чтобы сообща помогать области развиваться. Гласность, открытость в работе, забота о людях – эти основополагающие принципы сегодня являются ключевыми во всей деятельности депутатов. За 30 лет депутатами Самарской губернской думы были избраны 178 человек. Многие из них затем занимали высокие должности в органах исполнительной власти или продолжили политическую карьеру на федеральном уровне. Например, рекордсмен Андрей Кислов, который избирался в Думу на протяжении 6 созывов, теперь занимает пост сенатора. Я горд, что работал с вами, горд, потому что вы избирались народом, вы избирались людьми и достойно выполняли свою работу. На торжестве, посвященном юбилею, почтили память спикеров Думы Леона Ковальского и Виктора Сазонова, а также наградили депутатов за законотворческую работу, направленную на улучшение качества жизни в регионе. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.